Два тура, больше 10 матчей. Все это о турнире по регби, который прошел в республиках Коми и Мариэл. О командах, сыгравших в Йошкар-Оле, эмоциях и результатах наш следующий сюжет. Большие спортивные праздники по регби в Мариэл проходят не в первый раз. Различные соревнования, матчи чемпионата, а также детские турниры. В этом году Республика Мариэл приняла второй тур турнира «Финоугория матч регби», в котором приняли участие 11 команд из 8 регионов России. Матч регби – это совместный проект Федерации регби России, регби-клуба ЦСКА и Матч ТВ, который был запущен в прошлом году, в 2021, стартовал с Москвы. По плану провести турнир этот мы планировали в 56 регионах. Вот, Республика Мариэл стала 24-м. Турнир среди мальчиков по регби-7 проходил на арене Мариэл. Команда из Республики Коми была собрана из детей-сирот, которые живут в детском доме. Ребята были рады, что у них есть возможность продемонстрировать все свои спортивные навыки. Моя команда ОШ, она мне нравится, она всем нравится. Просто нам надо собраться и работать. Для меня регби значит, выложиться, положить, можно сказать, умирать на поле. Бить до последнего. Меня удивила Федерация регби, и что в Сыктывкаре организация, что вы сегодня видели. Все очень здорово, все регламентировано, дети готовы, судьи готовы, это самое главное. Надеюсь, что сегодня будет такой же положительный эффект, как от нашего города Сыктывкара. Но мы играли на открытом стадионе, была прекрасная погода, у вас тоже отличные условия. Я надеюсь, что дети сегодня покажут отличный результат. Не остались без внимания девушки-регбистки. Встреча команды Уфы и Мариэл стала украшением спортивного праздника. Я думаю, что этот турнир получит свое дальнейшее продолжение и развитие. Если все пойдет хорошо, мы хотим еще подключить девичьи команды на следующий год. В этом году две команды мы как бы на пробу пригласили с Башкортостана, приехали с Уфы, вот, и наша команда. Но просились больше, мы пока не рискнули, так как все это у нас проводится впервые. Но на следующий год, я думаю, мы все это сделаем в гораздо более расширенном составе. Сейчас детскому регби в России стараются уделять большое внимание, чтобы расти здоровое поколение. Мы рады, что и она сейчас проходит на территории Республики Мариэл, в нашем прекрасном зале в городе Йошкар-Оле. И, конечно, как член Президиума Ассоциации финно-угорских народов Российской Федерации, я не мог не быть здесь и как представитель Всемарийского совета, потому что я знаю, что в регби в республике занимаются не только наши дети русскоязычные, но еще марийскоязычные. Это укрепляет нашу дружбу межнациональную. И мы готовы всеми возможностями, чтобы оно развивалось. Наши дети приходили, увлекались. И, конечно, хотим, чтобы побольше наших ребят были в сборной Российской Федерации. Первый тур турнира прошел в Сыктывкаре, второй в Йошкар-Оле. По итогам двух соревновательных дней третье место заняла команда ОШ из Республики Коми. Второй регбисты из Чебоксар – команда «Молот». Золотые медали завоевали регбисты из Мариэл. Улыбки на лицах детей, а это значит, что праздник удался, и все получили только позитивные эмоции перед новым учебным годом.